So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Channel 8. Genossen, was müssen wir erleben? Oh, warte mal. Okay. Was gegessen gerade? Oh. Also sind wir jetzt bereit. Ist es der Überfall, den ich machen muss, oder was? Oder was machen wir hier jetzt? Wie komme ich denn ins Kraftwerk? Hier stehen alle Schritte, mit denen man das Kraftwerk und Tatjana retten kann. Vorbereitung, bla. Überfall beginnen. Послушайте, пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать. Это единственный способ найти Татьяну и покончить с Нар. Мышонок! Ты хочешь нанести удар прямо в сердце крысиному королю? Но удалось ли тебе узнать все возможное о его планах? Мы с Оливером были внутри станции. Мы видели Чернобылит. Мы знаем, что Нар замышляет недоброе. Разве этого знания нам недостаточно? Шикарная речь, профессор! Серьезно? Я чуть не возбудился. Но снаряга-то у нас есть? Да, у нас есть все, чтобы проникнуть на электростанцию. Никто из нас раньше не участвовал в таких серьезных операциях. Если хотите выйти из игры, сейчас самое время. Бесит, когда одна организация получает столько власти. К тому же для меня это вопрос личный. Можешь на меня рассчитывать. Великий Крысолов говорит мне, что этот план погубит нас всех. Смерть не страшит меня, но я нужен ему, чтобы продолжить борьбу против крысиного края. Думаешь, я дам заднюю и пропущу самое веселье? Хрен там! Я с тобой, Игорь. Помогать или нет? Выбор каждого. Я не могу никого заставить. Окей, also. Спасибо за доверие. Рапенкönig ist ausgestiegen. Врасплох мы их не застанем, но мы знаем о слабостях Нар достаточно. У нас есть шанс. Наровцы давно дали нам понять, что они готовы схватить меня, но не убить. Воспользуемся этим. Кто-нибудь из вас переоденется в форму офицера Нар и будет сопровождать пленника, то есть меня. Это наш билет внутрь. Okay. У нас только две формы Нар. Обе мужские. Есть желающие? Тебе нужен тот, кто не станет паниковать, когда все пойдет не по плану. Риск есть, но я свой. Ты что, надумал идти без меня? Я же король вечеринок. Кого хочешь, спроси. Ich nehme... Так, осталась еще одна форма. Есть желающие? Нар наверняка усилила цифровую защиту и систему наблюдения. Но опытный хакер сможет отключить их хотя бы на время. Похоже, компьютерных гениев среди нас нет. Что ж, придется обойтись так. Нужно, чтобы кто-то прикрыл нас, если возникнут проблемы. Кто-то, кто может попасть в цель с большого расстояния или хотя бы внимание отвлечь. Я не слишком люблю огнестрел, но отвлечь их определенно сумею. И последнее, но не менее важное. Шпион. Нужно, чтобы кто-то следил за действиями Нар и все нам сообщал. Да я годами наблюдаю, как эти уроды гоняются за своим хвостом. Я знаю, как они мыслят. Тебе нужен я. Окей, das ist eine gute Idee. Ну что? Все знают, что делать. Последний шанс передумать.
Bestätige deine Auswahl. Okay, ich bin gespannt, wie wir mit den kleinen Peoples mal da irgendwie eine große Aktion starten sollen. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass Rattenkönig aufsteigt. Das ist natürlich echt schade. Da wir in seinem Interesse ja auch gehandelt haben, sehr viele Dinge erledigt haben in seinem Interesse. Потому что сейчас тебе понадобится все. Schade. Ум, сила, надежный план, верность союзников. Удачи, любимый. Upsi. Habe ich die Kamera noch an? Ist nicht schlimm. Lassen wir heute mal die Kamera einfach mal aus, wa? Das macht. Ну вот и все. Наше время пришло. А дальше? Okay. Будь что будет. Okay. Das wird mega spannend. Пока мы не полезли в пасть дьяволу, хочу еще раз убедиться, что все готово. Как выживают мои глаза и уши? Глаза горят, уши на макушке. Микаэль, стимма, это скайц überhaupt. У меня планы и ходы. Я слышу унылую болтовню этих говнюков так четко, как будто они сидят у меня под боком. Не волнуйся, Игорь. С моей помощью это будет не сложнее, чем в магаз за пивом сгонять. Снайпер на позиции? Удалось найти хорошую точку? Конечно, партнер! Вижу тебя в прицел прямо сейчас! И то, как ты в носу ковыряешься тоже! Я пупу! Может, я не лучший стрелок в зоне, но с такого расстояния даже таракан не промахнется! Ja, der ist aber nun mal weg, ne? Hätte ich auch nicht erwartet. Okay, aufgemerkt jetzt. Warum ist die scheiß Lok an? Voll spannend. Die Züge sind alle an. Hier gibt es auf jeden Fall Strom. Auf jeden Fall erschaffen sie ja schon mal wahrscheinlich mit dem Kraftwerk irgendwie Strom. Da ist der Zug vom Anfang. Das ist, ich finde das. Okay, wir sind da. Тут несколько постовых возле ворот. Первые препятствия на пути. С детства мечтал пальнуть кому-нибудь в башку из винтовки с глушителем. Да мах es doch! Das ist eine sehr gute. Элегантно, надежно, просто дай команду. Да. Лучше используй боковой ход. Если захочешь, завалишь их на обратном пути. Тогда за дело, Сашко. Я предпочитаю разбираться с врагами лицом к лицу. Но с новой винтовкой я сниму их без всяких проблем. Что мы сейчас снимем? Вау, geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wo ist er denn, dass er da wirklich denn... Dass er die wegknallen konnte gerade. Nice, der Typ. Der macht mir Spaß. Ja, das ist nicht ganz korrekt, alles Heil hier. Man muss nur gucken. Wir dringen jetzt ein in die Atomkraftwerk. Vorsicht. Ist besser als Nachsicht. Da ist eine Hubschrauber. Warum geht die Tür von alleine so laut zu? Oh mein Gott. Das ist einfach zu heftig. Okay, wir müssen da irgendwie ganz hoch. Sehr, sehr spooky. Boah, das sind alles irgendwelche Soldaten-Militär-Camp-Zelte. Da müssen ja Soldaten... Пока все идет неплохо. Но дальше будет хуже. НАР обновила систему безопасности. Wenn diese Schattenmonster nochmal freimachen könnten, ne?
Und da oben sitzt da einer, guckte. Guck mal den Idioten an, ne? Der da hochsneakt. Dabei sehe ich ihn auch schon längst. Okay. Das ist super spannend gerade wieder. Und da unten haben wir Items liegen lassen. Scheiße, da kommen wir so nicht durch, was? Das sind diese... Проверка безопасности. Раньше это был детектор радиации, а теперь биометрический сканер. Хитро. Прямой видимости нет. С такого расстояния я их всех не сниму. Но могу пальнуть по тем бакам с горючим в нескольких сотнях метров от тебя. А ты в суматохе проскочишь мимо. Хреново только, что мне тогда придется уйти с этой точки. Систему безопасности НАР может взломать достаточно опытный технарь. Похоже, они вместо защиты спустили все деньги на порно. Geil, Alter. Was? Nein, ich wollte... Das war jetzt nicht so clever, Tom. Sie überhaupt nicht clever. Scheiße, war das dumm. Scheiße! Das war total blöd! Warum gehe ich denn da rein? Das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, ich konnte seine von Michael diese. Oh. Halt die Klappe, ich habe keinen Bock, dich jetzt labern zu hören. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich könnte jetzt hier. Achso. Ja, okay, kann ich mitleben. Das ist das, was zum Tod dazugehört, ne? Ich ändern kann. Ich wollte schon immer Dinge ändern. Die Frage ist, was will ich ändern? Weißt du, was ich ändern würde? Gerne. Michael. Ich hätte ihn gerne getötet. Aber ich habe den am Leben gelassen. Das ist der Typ, den wir gerettet haben. Kann ich Olga ins Team holen? Das ist das, was ich vorhab. Da, Olga. Warte mal. Das ist dieser eine Typ. Das ist dieser, wo wir Schatten freigemacht haben. Nicht korrekt. Warte mal, was ist da mit Olga? Änderung. Тебе удалось вернуть припасы, но ты сомневался, говорить ли Ольге про Костю. Может, надо было пригласить ее в команду? Ты решил сказать Ольге, что Костя мертв. Она в отчаянии. Verändere deine Erinnerung. Готов изменить ход истории, Игорь? Я принес ваши припасы. Да, кстати. Костя так и не вернулся в лагерь. Если встретишь его... Скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. Ты должен сказать правду, мышонок. Разве ты не понял, что тайны никому не приносят счастья? Хрен его знает, на что ты рассчитываешь со своей правдой. Но вперед, валяй! Я не знаю, где он. Прости. Я так надеялась на новости. Что ж... Костя взрослый мальчик. Genau, das... Уверен, он о себе позаботится. Но если встретишь его, передай, что я его жду, ладно? Bitte dich anschließen, genau. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Похоже, у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях НАР. Да. Думаю, какое-то время Матвей без меня справится. Sehr gut. Веди. Я открою для тебя портал. Не пугайся, ладно? Okay. Sehr gut. Also, ein neues Verbündeten. Da hat sich was entwickelt. Mit denen haben wir alles richtig gemacht, so denke ich. Ich glaube, wir können gehen. Okay,
So eine Kacke, du. Und nur weil ich mich einmal verdrückt habe und zu voreilig war. Bis dahin lief es ja eigentlich ziemlich geil, eigentlich. Okay, Tag 25, der Schutzraum morgens. Okay, Tarakan muss auf den Boden schlafen. Oh, Tarakan, Mensch. Okay, dann machen wir. Dann machen wir nochmal schnell ein Bett hinbauen. Mensch, Kind, warum musst du denn auf dem Boden schlafen? Das können wir doch gar nicht zulassen. Warte mal. Wo konnte man nochmal Betten bauen? Hier nicht. Auch hier kann ich nicht Betten bauen. So, nun haben wir genügend Betten. Alles klar, lass uns jetzt nochmal mit dem Angriff beginnen. Wo ist die Olga? Huch! Ach was! Oh nein! Hat die Olga ihn wahrscheinlich gecatcht gehabt? Hier gibt es nämlich nichts mehr zu erledigen, ne? Genau. Hat die Olga ihn gecatcht? Okay. Überfall beginnen. Boah. Послушайте. Wie gut, dass wir gestorben sind. Пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Окей, Диджа, я уверен. Мы что? Мы с... Разве... А что? Нет, но... Ты знаешь, чем... К сожалению, будем держать... Шикарная речь! Да, у нас никто и... Бесит, как... Великий крысмеш! Игорь, не могу. Бред. Думаешь, я... Помогать... Habe ich was jetzt wieder gedrückt? Спасибо за доверие. Врасплох мы их не застанем, но мы знаем о слабостях НАР достаточно. У нас есть шанс. Наровцы давно дали нам понять, что они готовы схватить меня, но не убить. Воспользуемся этим. Кто-нибудь у нас... Тебе нужен тот... Ты что? О, das kann doch nicht sein. Я бы их trotzdem verpisst. Нар, наверняка, но опытный... Похоже, нужно, чтобы кто-то... Я не слишком люблю... И после... Да я годами... Ну что... Ах, шайсы, да. Ты уже пробовал и потерпел поражение, Игорь. Возможно, есть более надежный путь. Давай я тебе кое-что покажу. Оу. Was passiert jetzt? Ich hätte gern die anderen dabei gehabt. Drei Leute, die einfach sagen... Ne, tut mir leid. Also, da kann ich nicht bedienen. Also, das mache ich nicht. Schade, oder? Was ist das? Все решения, которые ты принял в ходе операции, сейчас перед тобой. Осмысли и измени их, если захочешь. Обдумай свои ошибки и постарайся исправить их. Заверши эту операцию и найди меня, Игорь. Das war ja nur die beiden Leute zu erschießen. Das ist ja totaler Blödsinn. Weit bin ich ja nicht gekommen, was? Возле главных ворот твой снайпер снял охрану, открыв тебе путь. А, окей. Das ist ja nice. Oh. Okay, quasi gespeichert jetzt, was? Sind die tot? Die sind tot. Nein, sind sie nicht. Тут несколько постовых возле ворот. Тогда за дело, Сашко. Я предпочитаю разбираться с врагами лицом к лицу. Но с новой винтовкой я сниму их без всяких проблем. Mit einem Schuss hat beide abgeknallt, was? Ein Hundskerl. Okay, das ist sehr schade, dass wir jetzt eigentlich die gleiche Ausgangsposition haben, wie wir sie eben gerade hatten, obwohl wir eben halt die Geschichte mit Olga verändert haben. Pech.
So, bis da oben hin war nichts los. Granaten wäre geil, ne? Aber da hochjagen. Wow, eine schlechte Motivation. Пока все идет неплохо. Но дальше будет хуже. Нар обновила систему безопасности. Okay. Und dann waren wir vor diesen Scannern und da sollten wir dann tatsächlich. Ich dachte ja bloß, dass man da eine Wahl hätte. Ich sehe die Leute auch gar nicht von hier. Da hätte ich durch das Tor geschossen. Проверка безопасности. Раньше это был детектор радиации. Прямой видимости нет. С такого расстояния я их всех не сниму. Но могу пальнуть по тем бакам с горючим в нескольких сотнях метров от тебя. А ты в суматохе проскочишь мимо. Хреново только, что мне тогда придется уйти с этой точки. Систему безопасности НАР может взломать достаточно опытный технарь. Похоже, они вместо защиты спустили все деньги на порнуху. Sorge für, ignoriere die Sicherheit. Das ist, ja genau, da bleibt ja nur diese eine Geschichte. Тогда за дело, Сашко! Подъем, солдатики! So sollte es klappen. Keiner hat's gemerkt. Keiner hat's gemerkt. Игорь, они меня выследили. Мне надо смываться, а ты продолжай. Спасибо тебе за помощь, Сашко. Увидимся на вечеринке в честь нашей победы. Okay, auf jeden Fall sind wir schon mal drin. Dachte ich. Okay, Tom Jean. Du weißt, ich sage immer, tu nichts Unüberlegtes, aber dann tue ich doch was Unüberlegtes. Вход должен быть где-то поблизости. Большая металлическая дверь в служебный коридор. Ничего сложного. Hubschrauber-Einsatz. Da müssen wir hin. Was ist das denn? Okay. Das ist total aufspannend. Aufgeregt spannend. Не высовывайся, Игорь. Там хренов снайпер над тобой. Хорошая рать. Откуда ты знаешь? Радиопереговоры подслушал. Они тебя еще не засекли. Но если поднимут тревогу, накинутся на тебя всей сворой. Черт. Если взорву замок, включится сигнал тревоги. Херово дело. Сигнализация подсоединена к замку. Но взрывчатка Сашко уничтожит и замок, и механизм запуска. Все будет нормально. Готово. Надо отойти. Окей, hoffentlich klappt das. Hat geklappt. Wir sind drin. Jetzt sind wir drin. Was ist das? Нам удалось попасть внутрь. На какое-то время мы в безопасности. Эти туннели ведут прямо к реактору. Оттуда добраться до ковчега будет несложно. Also wir gehen wirklich in den Sarkophag rein. Eieiei. Что за хрень? Трещит так, будто сейчас взорвется. Das hat was mit dem schwarzen Stalker zu tun, wa? Da links. Okay. Oh, da geht's nicht weiter. Hier links.
Вау. Я добрался до распределителя. Возможно, смогу отключить электричество в ближайшем коридоре. Ja, los. Ich mache es selbst. Ja, wer soll, wer sonst? Okay. Ладно. Электричество отключили. Ну, наконец-то. Dafür, dass wir ein ganzes Team brauchen, machen wir das hier gar nicht mal so übel gerade, ne? Das sind so 100 Meter. Ja, Schatten. Ich habe gehofft, die hier nicht anzutreffen. Na, es ist Gas. Wow, das ist aber sehr neblig hier alles. Alter, echt? Dass das alles noch funktioniert, ne? Aber bringt das was? Ne, bringt das nicht. Licht anschalten bringt hier gar nichts. Digga! Ganzes Leben weggebrotzt. Все оказалось зря, Игорь. Зря. Что произошло? Я где-то допустил ошибку. Мне очень жаль. Aber warum? Der ganze Strom hat gebrutzelt. Oh, ist das anstrengend, Leute. Huch, was ist jetzt los? Das Spiel ist abgestürzt. Einfach so.